В начале выпуска о трагедии на улице Кочетова в Великом Новгороде. Пожар в одной из квартир унес жизнь человека. Следователи выясняют обстоятельства происшествия. Шум услышала соседка снизу. Она-то и вызвала пожарных. На момент прибытия на место первых расчетов квартира была сильно задымлена. Спасателям хватило буквально 10 минут, чтобы полностью ликвидировать возгорание. На месте был обнаружен труп хозяина жилья, мужчины 1961 года рождения. К выяснению причин его гибели подключились эксперты Следственного комитета. В ходе осмотра места происшествия следователям внешних признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначено судебно-медицинское исследование. Огонь уничтожил только постельные принадлежности на площади 2 квадратных метра. Что стало причиной возгорания и гибели мужчины, теперь предстоит выяснить следователям. После установления всех обстоятельств произошедшего будет принято процессуальное решение.